канале Арина и Регина. И сегодня дамочки будут рисовать пальчиковыми красками. У нас есть вот такая вот книжечка. Здесь нужно рисовать ручками. И есть у нас вот такие краски. Доставай, Аречка. Желтенький. Красненький. Так. Синенький. Зелененький. Зелененький. Беленький. Беленький. И коричневый. Коричневый. 6 у нас разных красок, 6 разных цветов. Регишка у нас пока порисует фломастерами. Фломастеры уже с готовым рисунком, как штампы. Нужно делать солнышко, сердечко. Самое то для Регишиного возраста. Перед стартом художницы должны подкрепиться. Вкусно? Да. Хорошо. Отрываем листочек из книжки. Книжку пока уберем, чтобы ничего не испачкать. А берем первую картинку. На этой картинке зеленая полянка, растут цветочки, летают пчелки. И нужно дорисовать ладошками цветочки. Делаем ручку красненькой. Рисуем красками. Так, каждый пальчик хорошенько прорисуем. Это же будет бутончик цветка. Так, прикладываем ручку к первому цветочку аккуратненько. Вот. Ровно все ее вот так. Оп. И убираем. Вот такой вот бутончик у цветка. Следующую картинку берем. Деревья. Березки. Что здесь, Аришенька, нарисовано? Ну-ка, расскажи. Деревья. Деревья. Только у них чего тут не хватает? Деревья. Нет листочков. Нет. Беленький. Зелененькую. Нужно же зелененькие листочки. Бери зелененькую краску. Открываем. Делай ровно ручку. Нам же надо хорошо прокрасить. Это у нас будет зеленая листва. Аречка прикладывает, Региша размазывает и уже успела попробовать на вкус зеленую краску. Арька, посмотри на Регишу. Региша, ай, да вы что, это же несъедобное. Держи, Регишенька, тебе желтую краску. А Региша у нас нарисует солнышко. Где у нас обычно солнышко? На небе же? На небе же. Региша у нас рисует где-то на земле. На этой картинке вишневое дерево, только оно без вишенок. Пальчиком красным надо нарисовать ягодки. Деньги у меня уже пальчик стоит. Уже все вымазала? Спасибо тебе. Давай, 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 заберу. Тебе нужна новая? Да. Та же уже вымазалась, да, Региш? Ригочка вошла у нас во вкус. Ей рисовать нравится больше всего. Она уже и на Ариной картинке дорисовывает. Ой. Что там? Не надо, Региш. Не надо, Региш. Это я буду рисовать. Давай, давай. Еще мы будем рисовать сегодня ножками. А можно я буду по тяпкам ходить? Можно. Мы взяли вот такой вот большой рулон обоев. Обоев? Постелили его в коридоре, да, и будем по нему ходить ножками. Берем синюю краску. Что, щикотно тебе? Щикотно. Синяя ножка у нас готова одна. Давай вторую. Стой. Аря, ты меня вымазала. Ну, пошли. Стерпи. Мальчики. Мальчики, вам что, щекотно? Так, мамочка, мне еще, пожалуйста. Ай. Давай. Ой, все мои носки закапали. Закапали. Ну все, опять.
опять побежала по дорожке? Опять. Вот она прибежала. Художница, ты готова уже к рисованию на ножках? Будем тебя рисовать ножки? Ну, давай. Ой! Краски разлетелись во все стороны. Краски у нас повсюду. Еще дать красочек? Мало тебе? Дождик хочешь рисовать? Давай. Вот раздолье. Кап-кап? Мне кажется, это не дождик, это, наверное, уточка пошла гулять, а это ее лапки. Да? Да. Хорошо, что краски легко отмываются, потому что у нас уже все стены в брызгах. Будешь смешивать? Да. Надо мне удивлять, что тут зелененький цвет, и у меня есть... Региша! У меня еще не надо. Да, сейчас. Это самолет летит. Самолет летит? Я оставим дорогу. Оставляет дорогу, след. А куда же летит твой самолет? К бабушке. Если детское творчество достаточно контролировать, то могут получиться вот такие аккуратные картинки. Это мы сделали немного раньше. Тебя это тоже можно взять? Можно? Региш, не жадничай. Ну я. Места для рисования очень мало. Региша уже начала рисовать на себе. Регинушка, что ты там рисуешь? Кап-кап. Ты вся вымазалась? Да. Васька, ну-ка убегай с картины с нашей. Убегай скорее. Лапки вымажешь. А вы любите рисовать? Оставляйте в комментариях, подписывайтесь на канал, если понравилось, и ставьте пальчик. Как нужно ставить? Вот так, вверх. Всем пока-пока! Пока-пока! Не знаю, как мне брать вас на руки. Наверное, вы по воздуху у меня должны будете добраться до ванны отсюда. Ну, пойдемте, я сможу.